Банан – отличный фрукт, богатый обоими типами углеводов и кучей полезных веществ. Он содержит клетчатку, необходимую для поддержания баланса микрофлоры кишечника, калий, который защитит ваши мышцы от судорог, триптофан для выработки серотонина, магний для сердца, витамин В6, а также железо. По мере поспевания банан меняет свои свойства. Сложные угли расщепляются на более простые, в нем образуются антиоксиданты. А еще банан – замечательный терморегулятор. Все это вы можете прочитать и в Википедии. Для меня же банан – лучший источник углеводов. Forget it, I'm not eating that. Take it back. Certainly, sir. This really looks great.